В деле о разгерметизации газопровода в Колпино появился первый обвиняемый. Претензии в нарушении правил безопасности следователи предъявили замдиректора одной из коммерческих компаний. С него взяли подписку о невыезде. Напомню, вечером 31 октября раздался грохот у подземного газопровода. Итог – воронка глубиной 4 метра и вылетевшие стекла как минимум у сотни автомобилей. Они были припаркованы неподалеку. Люди не пострадали. Установили. У трубы вырвало заглушку, которая повредила соседнюю нитку газопровода. В итоге с грохотом вырвался поток газа, но, к счастью, без возгорания.